зачем топор сломанный туда скинул в инвентарь, в А это, в как его ящик? сделать-то? Я один сделал уже. Ты выкинет сломанный теперь. Выкинуть? Да. Надо было отремонтировать, а не сделать новый. Я же тебе сказал, как. Да, ты сказал, у меня в один ухо влетел, в другой вылетел. Посему, простите, великодушно. Такой я. Тупой пациент. Темно, ничего не видно. Не знаю, мне все видно. Деревья валю вслепую. Ну, вот и вали вслепую. Походу я мимо дерева луплю. Я рад за тебя. Я не очень. А ну нафиг, я его вообще не вижу. Ну, добыча дерева идет. Нет, я тебе говорю, впустую машу топором. Я тебе говорю, я вообще ничего не вижу. Ты прикинь, я даже на базе ничего не вижу. Вижу только на соседнем острове эти столбы. Мало того, что ночь, еще и дождь пошел. Я должен переждать. Ладно, иди жди. Я просто вынужден переждать. Так, где сундук? Я даже сундука не вижу. Я там сколько-то. Или в костер бросить, а я и костер не вижу. Отлично. Что-то открыл, не знаю, сундук или ромаху. Сторож бокс. Я с вами с ума сойду. Так, тача две штуки и 17 бревен принес я. Куда-то выгрузил, не знаю. Или в ромаху, или в ящик, не знаю. Ты дерево-то не выгружай в это, в ящик. А куда это дерево выгрузить? Костер надо, да? Здрасте, конечно. Все, поддай дерево назад. Так. Там, ну да, 5 кусков мяса и 319 деревьев. Это точно костер. Прогресс. О, малыш тут рядом. Так, сейчас расцветет. Скоро, надеюсь. И опять ягоды, ягоды, ягоды. Пока не поднимем трайка, не расслабляемся. Потому как ягод уже нету, а торпор у него падает.
Витус, ты ужас, летящий на крыльях ночи. Витус. Италия. Ну вот, поход дела Хэнгаутс опять подвел. Ты еще тут? Заработал. Ты еще тут? Тут-то, тут-то. А тут-то ты где? Я ушел. Ушел. Нет, я имею в виду, что меня выкинуло полностью. Из игры? И из игры выкинуло, и из хэнгаутса выкинуло. Ну, заходи, значит, по новой. Иду. Ждите. Скоро буду, может быть. Вернее, быть-то буду, но, скорее всего, не скоро. Пока это все. Это у тебя компьютер ерундой страдает. Или интернет. Или интернет. Скорее всего, интернет. Там у меня-то вроде как все нормально. Подлагивает, да. Давай. Да, там и животных, динозавров, это, конечно, нелегко. Ну вот, как раз рассвет, а Витуса нет. На подходе где-то. Лишь бы трайк не встал раньше времени. Чё там надо будет, ягоды, да? Да, только пока ягоды. Пошла загрузка. А может, тупо оперативы не хватает? Может быть.
как меня тогда со Спинтайроса выкидывал. Поиграю, поиграю часик. И все. Иди, говорит, отсель. Ничего не поменялось. Ромаха как валялся, так и валяется. Ну а чего ему делать? Что там с торпором-то? Далеко нет от него, от трайка? Не, я еще только из базы вышел. Чего посмотреть? Да, посмотри, что у него там с торпором. Меньше половины. Ну ладно, у меня 14 ягод есть, я, может, еще по пути сейчас надыбаю. Еще убавилось. А тут только фиолетовые остались. Я знаю. Ладно, не буду я ничего давать. Сам дашь. Да, не надо ничего давать. Давай, иди, собирай. Ну, я уже собираю. Еще бывают такие мелкие кустарники, их плохо видно в траве, ты их тоже не пропускай тогда. Тоже с этой стороны, я думал, ты на той стороне. Не, я вообще туда вдаль проходил. Ему прям совсем чуть осталось. Давай я покормлю его ягодкой. Не надо, я уже закинул все. И останется еще не совсем немножко. Я тебя покормлю, блин, приколист. Гык. Как поднимем этого трайка, тогда сходим это, завалим вот этого, который застрял. А туда на гору не забраться, там, наверное, тоже кусты есть. Там могут быть эти рапторы, так что туда пока лучше не лезть. А туда и не добраться. Вот и нечего там пока делать. Так, туда вдаль ты уже собрал, да? И бегу назад я. А ты тоже собрал. Чуть осталось, а половина у него это. Наркотиками. Он только пустый.
сторонам разлетаются. На вышках возьми. Это тебе не комбайном собирать. А, ну добирай тогда. Блин, 4 штуки всего. Он застрял. Сейчас мы его завалим. Прыжки. Так, луч спустился. Нет, спускается, отлично. Остатки еще бегал. Виталь, появились ягоды. Страшно. Ну так ты ж там собираешь. Ну все равно иди сюда. Не, я тут пока собираю. Ты смотри, там дальше трайка, не уходи, там это, Дила ходит. Я уже далеко ушел от трайка за него. Я ж тебе говорю, там Дила ходит. Ты же видишь, я дальше не хожу, Виталь. Ты не ходишь, а я пошел. Ну молодец, если потеряешь, я буду рад только. Мне пока еще немного я потеряю. Ну, сколько у тебя ягод с собой черных? Ну, я знаю. Инвентарь открой. Не могу я. Я по сторонам гляжу. Я даже не вижу, какие я ягоды собираю. Что он мне дает? Я боюсь, мне страшно. Но я все равно. Ягодов 5 штук только черных. Ну, вот они-то как раз могут и спасти положение. Давай. Которое ты сотворил. А я такой. Где это чудовище? Его тут нету. Он испугался, он убежал. Он меня испугался. Не исключено. А то смотри, сколько. Что? Бесполезными ягодами. Не, он еще два черных еда. Виталь, далеко там не уходи. Не, я серьезно, Виталь. Да это... тут супруга еще, он мне пальцем тыкает. Да это черепаха, она не трогает. Вот, у тебя супруга в игре разбирается. Она боится за меня. Она думает, что меня по-настоящему сожрут. Ну, я, наверное, скоро рад буду этому. Короче, наверное, надо все-таки совесть-то поиметь. Совесть-то, конечно, поиметь ее надо. Сваливать в теле. Какой же дида. Виталь, тащи ягоды сколько есть. Да ладно, тебе не ягоды нужны, ты за меня боишься. Виталя, тащи ягоды сколько есть. Деревья мешают, я в дерево врезался. Ой. А, это застрявший-то, который. Тащу.
еще два штуков нашел. Еще два штука нашел. Виталия? Ту, я уже тут.